Строительство образовательных учреждений на территории края – это основной вопрос планерного совещания у губернатора. Вениамин Кондратьев отмечает, в прошлом году Кубань побила рекорд по количеству первых классов. Их было 21 в школе Московского микрорайона. Такое количество обусловлено тем, что школа в микрорайоне одна. Губернатор в очередной раз отмечает, строить надо комплексно, чтобы были не только дома, но и соцобъекты. Ко всему краю сейчас, коллегам, обращаюсь. Вы когда даете разрешение на строительство на жилой дом, то примерно прикидывайте хотя бы примерно, вот если этот дом будет заселен, и какое-то количество детей будет в каждой квартире находиться, вот они в какой детский садик пойдут и в какую школу, и тогда будете понимать со всей ответственностью, давать разрешение или не давать. В любом случае, то есть сегодня землю вы по-любому резервируете для школ, проекты по-любому вы готовите. Вопрос, когда начнется строительство школ. Иван Алексеевич, я вам поручаю приоритет расставить. Но то, что мы начнем строительство школ по всему краю и построим, это однозначно. Это однозначно. Поэтому от вас в любом варианте земля и типовой проект, который будет к этой земле привязан. Губернатор также отметил, что нужно не только строить новые школы, но и приводить в порядок уже существующие. В этом году на ремонт образовательных учреждений край выделит 32 миллиона рублей.